На память. Как пчелы качают. Ой, как пчелы качают. Говорю, как мед качаешь. Так. Ух ты, такой гул. Да. И это они еще на работе, пчелы, в поле. Да. Так, что тут орать? Тут нема никого. Тут меда нет. Меда нету, да? Не нанесли. Да, они... Так. Тут, тут. Носили пыльцу и ничего так не это. Так, сейчас доберем. Пока что. Сейчас, вот только начал. А это вы, чтобы спина не болела. Ну, подскажи привет. Да. Пару слов. Начинаем выкачку меда. Проверяем рамки, пусто. Вообще пустая, да? Да. Но они оттянули, тут же новый сет, бачу? А, ага. Новый мужчина. Сейчас тут нема. Да сколько им усилий приходится, да? Да. Вот тут оттягивать все. Конечно, дочь. Так, а ну-ка, что тут творится возле улика? Дымит, пугает пчел. Да, это их отпугивает дым этот? Да. Они опять больше оттягивают, ага. Хорошо. Это хороший признак, да, когда они оттягивают? Ну, а как же их подготавливать рамки для закачки меда? А-а-а. Молодняк. Ах! Смотри, здесь нема никого. Больше тянут, еще не оттянули. Ух ты! Это новые рамки. Возле меня такая что-то решила полетать. Пчелка. Они могут и укусить. Да, еще за шею. И запросто. Так. Сейчас, дочка. Так, это мы. Так. Так, где? Вот она. Вот она. Вот раз. Сейчас тут нема. Пока нет. Мне кажется, уже следующее будет. Будь здоров, правда. Ничего себе, как будет. Они не кусали. Ну да, такие друзья, как и султан Сулейман Хан, не подпускают близко. Да. Там нема никого. Пусто, бачу. Ага, пусто. Тянут. А, так, тут о, что? Тут что-то есть. О, тут есть мед. Ну, еще не закрыть. Да, еще не закрыть. А надо, чтобы соты были закрыты, да? Да. Тогда будет качество. Да, я сниму их. Крупно. Снимай. Значит, если соты закрыты, значит будет качественно, да? Да. Угу. Тут же зрелый мед будет. Ага. Ясно. А если у них там в улике умирает пчела, то как они от нее избавляются? Это тебе надо чистить, да, улик? Они сами выносят. А, они сами выносят, ничего себе. Или пчела сама улетает и погибает. А, то есть она как бы... Ой, глянь, летает возле меня, летает, летает. Тихо. Ух! Папа, что она возле меня разлеталась? Ну, а как? Я не боюсь. Так, руками не маши, дочь. Тут надо стоять смирно. Она опять прилетела. Где ты? Вот, ну дай на меня. Ох ты. Так. Опа. Так, тихо. О,
Вот это да, есть, да? Это тяжелое. Не, но не запечатано. Опять не запечатано. А, чуть-чуть запечатывает уже. Да, ну да. Это пофиг. Ну, да. Это такое еще, да, не важно. Конечно. О, ничего себе, мне ж страшно. Глянь, хороший мед будет. Но пока не запечатано. Но не сегодня, да? Не, сегодня не будет. Ну, стоп. Давай, может, я тихо, это тихо, тихо. Подымлю там? А ну, тут маточник. Маточник? Вот это да. Маточник, да, называется? А ну, стоп. Я сейчас дымком, чтобы я так не видел. Ой, мамочки. Че нема? Не-не, то какое-то они тестянули или что такое, понятно. Значит, ладно, хай стоит.